В Ленске заканчивают капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу по капремонту попали 18 жилых объектов. Работу провели только в 5 домах. Если вдаваться в детали, то утеплили фасады, заменили проводки, наладили холодное и горячее водоснабжение, также отремонтировали полы. Изначально было запланировано отремонтировать 18 объектов многоквартирных жилых домов, из которых 4 дома сейчас на сегодняшний день полностью отремонтированы, 5-й в этапе производства работ. Остальные дома пришлось признать аварийным по причине их несущие конструкции уже утратили свою способность, их пришлось признать аварийными. То есть и включить уже программу постановления.